стоят на линии, на синей линии. Вратарской синей линии. И вратарской клюшкой должны забросить шайбу в пустые ворота, в противоположные ворота. У вратаря по три шайбы, три попытки. Броски выполняются по очереди, но все четыре голкипера должны стоять на своих синих линиях. Если набирает одинаковое количество голов, то дополнительная серия назначается по одному броску. Утверждает команда, чьи вратари забросили наибольшее количество шайб. Команда получает одно очко. И вратарь забросивший наибольшее количество шайб. Получает приз, как лучший голкипер по заброшенным шайбам. Роберт Эш сейчас совершает броски. Смотрите, как высоко летит шайба. Но мимо ворот. Очередь Константина Барулина. Итак, Константин Барулин, ЦСКА Москва. Мимо. Не очень точно. Попытка номер два. Это уже ближе и заброшенная шайба. И третья, последняя попытка Константина Барулина. Две заброшенные шайбы. Отличный результат. Роберт Эш. Рэй Эмери. Подмосковный Атлант. Очень неточно. Есть. И вторая шайба. Мимо. Итак, Сергей. Остаются. Итак, в результате данного конкурса однозначную победу одержала команда Яшина.